Дорогие друзья, буквально через несколько минут состоится встреча нашей программы «Азбука искусств». Сегодня у нас буква «В», и сегодня у нас замечательная тема «Михаил Врубель. Творчество и жизнь». И буквально через несколько минут к нам придет основная делегация наших слушателей. Это члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Наш музей взял патронаж над этой общественной организацией, и мы с удовольствием рады видеть этих людей в наших залах очень регулярно. Ждем их всегда. Ну и ждем, конечно, вас, чтобы вы приходили, смотрели, слушали, что-то новое узнавали. Главное о нашем земляке Михаиле Врубеле. Сейчас придут дети блокады, пожилые люди, которым, видимо, уже около 80 лет. И я прочту им лекцию, посвященную творчеству великого русского художника Михаила Александровича Врубеля. Мы горды тем, что Михаил Александрович Врубель родился в Омске. Он родился весной 1856 года в семье военного юриста Александра Михайловича Врубеля. Как сказал Леонид Мартынов, действительно, Врубель – мой земляк. Ну вот, спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Только что закончилось наше мероприятие, и мы рады, что его посетили не только наш основной контингент сегодняшний, это жители блокадного Ленинграда, но и посетители музея, которые с удовольствием услышали за дверью рассказ, который вела Ирина Григорьевна, и зашли посмотреть, и нам было приятно, что с посетителями нашей программы были и маленькие ребятишки, и довольно взрослые ребятишки. Все, спасибо, приходите.